Когда мы ведем разговор о защищенности наших студентов, я бы хотел сказать, что оптимизация направлена на защиту их прав на получение качественного образования. Да, когда-то у них не хватило объема знаний, чтобы поступить в хороший вуз, они вынуждены были идти в тот вуз, который снизил планку требований, вот. Демпингуют по ценам и так далее. Но все равно это наши граждане, наши студенты. И законом об образовании, статья 42, очень четко определены обязательства учредителей этих учебных заведений по определению студентов своих в случае закрытия вуза в другие университеты. Министерство образования со своей стороны окажет всяческое содействие этим студентам. Первое, в переводе без разницы оплаты. Второе, в переводе без разницы освоение учебных программ. То есть все, что он освоил там, должно быть зачтено. Оказание содействия, если разница в предметах какая-то есть, в быстром и безболезненной сдаче этой разницы предметов.